В подъезде многоквартирного дома на улице Полбина, 57, произошла жесткая потасовка. 22-летний житель Засвиярского района шел в гости, держа в руках бутылку пива. На лестничной клетке его встретил мужчина, который настойчиво предлагал остановиться и выпить вместе, преграждая путь. Терпеть такую наглость парень не стал. Осужденный нанес один удар бутылкой по голове, причинил повреждения, и уже в этот же день, в последующем, потерпевший скончался в медицинском учреждении. По факту преступления было возбуждено уголовное дело и направлено в суд Засвиярского района Ульяновска. Подсудимого приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В последующем он обжаловал данный приговор в суд апелляционной инстанции, не согласившись именно с размером назначенного наказания, сославшись на его суровость. По результатам апелляции Ульяновский областной суд оставил статью и вид наказания без изменений. Приговор вступил в законную силу. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.